Офигеть, погода. Солнечная. У меня бензы нету вообще. Я думаю, литров 13, 14, наверное, 14 влезет. Горела лампочка, уже 2 дня ездил на лампочке. Полный бак 17. Ну, думаю, литр, наверное, там остался. Все нормально, хватит. Ну, получается 15 литров. Ну да, еще литр влез, если поставить прямо. Получается, ничего себе, у меня литр остался. В общем, ребзель на литр у меня оставался там на дне. Если не меньше. Короче, я рискую, как обычно. Гоняю на минималках. We'll be right back.
подскажете, а смазку не завезли для цепей? Помните, я заходил, говорили, кончил. Нет, мы же еще ничего не заказывали. А, ну Новый год, типа, да? Типа, да. А, ну я понял. Здрасте. Есть смазка для цепей? Ну, мотоциклетных, велосипедных. Есть. Найди-ка, посмотри. Может. Что-то не понял. А, это Керри. А, нет. 210 здесь. Ну да, потому что она побольше. Так, ладно, понял. Ну, лучше, блин, подождать, потому что это 150 стоило. Это 210. Ладно, спасибо вам. Вот такой вот Керри. Смотрите, вот такой вот, ну, не будем показывать. В общем, это Керри фирма. Здесь 210 объем. И он стоил 150 рублей, вот. Это круто, реально. А тут 200, и там всего 140. Ну, то есть, понимаете, ни о чем. И вообще, хоть мажорить, надо экономить. Поэтому поедем сейчас. Если мне не хватит этого баллона на цепь, то просто тупо заедем в гараж, там есть масла. Просто маслом промажем цепь. Вот и все. Дайте. Начинаем эконом-стайл делать. Погнали. Короче, заехали на мойку, так как у меня цепуха вообще просто в грязи. Жестко. То, что мод грязный, ладно. Но то, что цепь грязная, это трэш. Погнали. Так, давление. Нужно передвигать будет, получается, постоянно мод, чтобы цепуху промывать. Ладно, придется, наверное, поехать в гараж и заехать в гараж на мойке и почистить там цепь. Но просто нет смысла вот так постоянно. Да, погнали в гараж. Подъехали к гаражу. Упс.